Так, чё мне сегодня, чё у меня сегодня с браузером на компе? Не помогло. Да все потому, это аномалия все, потому что мы топ смотрим. Ну да. Демоны, призраки. Всем привет. Меня зовут Топа, и сегодня мы поговорим об опасных мифах насчет выживания. Я думала, как бы с PlayStation за спиной. Такое ощущение было, что эта змея как была желейная. Я отлично во всем этом разбираюсь. У меня даже есть... Где? А, ну так оно, наверное, и есть. Резиновая либо желейная. Как вы могли заметить, я отлично во всем этом разбираюсь. У меня даже есть паракордовый браслет выживальщика. Чё? Ладно, он просто для красоты. Я ничего в этом не понимаю. Но это не мешает мне рассказать о популярных мифах, связанных с выживанием. Ведь все, что мне для этого потребуется, научная литература. Ну и здравый смысл. Иногда. Иногда. О, да. Я думала, будет колено. Я уже получил стрелу в ногу. Какого черта вообще? Жесть. Хорошо сделали. Немножко кривенько, конечно, видно. Что она это? Немножко по уровню отличалась, но... Неважно. Ну, все же знают, что нужно откусить стрелу. Ну да. Возможно, для этого он сейчас и показывает это. Окей. Пожалуй, это самое тупое, что вы можете сделать в такой ситуации. Когда я говорю, что это тупо, то да, я говорю о всех ситуациях в кино, играх и сериалах. Вообще где люди лучше вынимают ничего из себя не делать, что-то при положить человека и отвезти в больницу. Ну да. В сериалах, где люди вынимают из себя что-то при попадании. Потому что... Сейчас, кстати, меньше уже стали это вот, показывать. Вот она, достал. Ну да. Для начала... Потому что у стрелы, как бы... как у крючка, зазубринки, и если ты ее выдернешь, ты сделаешь еще хуже. Ее либо обламывают и вытаскивают в одну из сторон, либо, если она не до конца и там чуть-чуть осталось пройти, проталкивают. Ну да, и опять же... Потому что она меньше тканей порвет. Откусывает. Да, оперение в любом случае откусывает. Но опять же, саму это всего делать не надо. Ну да. Ну если мы говорим о сегодняшнем времени, о 21 веке, 2020 году. Как бы, если нет вариантов пойти в больницу, то да, там придется. Например, со стрелами. Это охотничий наконечник. При попадании в плоть он, скорее всего, деформируется. И ваша попытка вытащить его из тела сделает намного хуже, что вызовет еще больше кровотечения. И это мягко сказано. Но не у всех есть такие. А вот это стандартный наконечник. Ну и да. Наверняка первая идея – вытащить из тела инородный предмет. Этот пакет с водой – ваше тело, наполненное кровью. А вот это – гладкая стрела. Ну да. И вы начинаете терять кровь. Да-да-да. И что ты сказала? С ножами то же самое. Ну да. Этой тупой демонстрации я хотел показать, что стрела, пуля или нож служит некой затычкой. И как только вы пытаетесь это вымыть, вы начинаете еще более сильное кровотечение. Вы вообще видели, в какое месиво превращается пуля после попадания? Создается такое ощущение, что в фильмах пули это криптонит. И когда его извлекают из тела, человек прям воскресает. Но поверьте, в каждой ситуации, когда человек на экране вынимает из серьезной раны нож, пулю или стрелу, через какое-то время он, вероятно, умер от потери крови, а вместо него наняли двойника. В этой ситуации советуют оставить все как есть, даже наоборот зафиксировать это и отправиться прямиком в больницу. Главное, чтобы, когда вы это узнали, не воткнули стрелу обратно. Не надо. Итог прост. Вы не сделаете лучше, чем профессионалы. Хорошо, что у меня есть еще несколько жизней, и я могу продолжать путь. Но перед этим все обработаем. Где-то мой подорожник. Отлично. Теперь можно и рассказать, почему все детство это было максимально бессмысленно. Дело в том, что подорожник действительно обладает антибактериальным и противовоспалительным свойством. Только его надо размять. Испокон веков. Так вот, в детстве мы тоже знали, что он помогает. Возникает... Да, только мы делали...
Да, и чпок прилепил на ссадину. Какой стороной такую нужно приложить, чтобы сильнее был эффект? И знали, что ну, он да помогает. Возникали споры лишь о том, какой стороной нужно приложить, чтобы сильнее был эффект. И правильный ответ? Никакой. Никакой. Нам просто не договаривали саму суть. Хоть это и очевидно, но полезными свойствами обладает только сок внутри листа. Его нужно сначала тщательно промыть, смять и нашинковать, и уже потом прикладывать и носить. А то, как делали мы, бесполезно и даже опасно. Падали мы часто, кровь шла фактически из всех щелей, а мы только все усугубляли, прикладывая грязный ну, да сок к свежей ране. Ага, извините, иногда мы на него плевали. Да-да-да-да-да. Да-да-да. Ой, сука. Какая же за. Да. В общем, лучше сразу объясняйте своим детям, как дела обстоят, а то они разочаруются в жизни, когда им будет за 20. Прям как я. В научной литературе 19 века даже считалось, что подорожник хорошо помогает при укусе змеи. Проверять мы, конечно же, не будем. Это такая плавная подводка к еще одному большому и распространенному клише. Отсосать если нас укусила змея, а рядом нет больницы, что нужно делать? Правильно, сосать яд. Я хотел пошутить на эту тему, но Топа справился и без меня. И решил, что я не опущусь до этого уровня. В какой-то веки. Топа сделал. Если вас укусит змея, надо сделать надрез и отсосать яд. Запомните, отсосать. Высосать яд! Не буду я, сам соси! А, я так делал в РДР. Насколько это далеко от реальности? Хотелось бы разобраться в этом серьезном вопросе, потому что противоречий очень много. Просто вместо одного отравленного человека будут двое. И все. Потому что яд сосется в любом случае через ротовую полость же, да? Конечно. Ты ж не можешь дать отчет, сколько у тебя микроранов во рту? Вот черт. Зачем она меня укусила? Они же сами обычно не нападают. Как хорошо, что у меня в рюкзаке всегда есть военная американская инструкция по выживанию 80-х годов. Это классика, это знать надо. Что? Тут описано в течение одного часа после укуса разрезать это место и высосать яд. Получается, что фильмы не врут? Черт! Окей, я не могу. А надо ли вообще? Тема на самом деле очень сложная, и нужно взвесить все за и против. А, не буду так делать. Моя губа. Исследования, связанные с высасыванием яда, разумеется, проводились, и все они приходят к выводу, что высасывать яд – это бесполезная затея. Так же говорит и Всемирная организация здравоохранения. Если вы будете смотреть рекомендации об укусах в интернете, вам всегда будут рекомендовать даже не высасывать. Даже не могут сойтись в том, что надо ли обездвиживать конечность выше места укуса, ну, выше, в смысле, ближе к телу, проксимально и, ну, перетягивать. Или не надо перетягивать. Они не могут даже в этом сойтись. Наверное, потому что отсасывать яд точно не надо. Ну, я думаю, все-таки перетянуть, если тебя в руку укусили, перетянуть руку вот здесь, это ну, имеет смысл, ну, чтобы да, яд медленнее распространялся. Но, опять же, обычно оно не особо не играет роли. И самое лучшее в этом обездвижить максимально человека, чтобы он лежал, и конечность была неподвижна, в которую укусили. Ну, если в тело укусили, то тело. И, пожалуйста, ну, короче, чтобы у него кровообращение было замедленное. Самое лучшее, чем быстрее уколоть противоядие, тем лучше. Но этим уже будут заниматься медики. Ну да. Я же говорю, получается, ты же когда меньше двигаешься, и у тебя меньше кровообращения да, идет. Да. Ну еще бы ему, конечно, меньше нервничать, но в этой ситуации вряд ли у него получится так. Ну, конечно. Кончу? Нет, тут как не высасывать. Бэм! Вы думаете, я на этом и закончу? Нет, тут как раз начинается самое интересное. Нужно учитывать, что яд в этих исследованиях, понятное дело, не настоящий, и высасывание проводилось спустя 3 минуты после введения. Правильно ли это? Нет. Однажды я посмотрел видео популяризатора науки Жени Тимоновой с канала «Все как у зверей». Там специалист-герпетолог рассказал о том, что высасывать яд обязательно. И более того, он показывает, как он просто пьет этот яд. Разрыв шаблона? Почему такое противоречие? Думаю, нужно связаться напрямую с создателем видео и узнать конкретнее.
Женя, привет. Меня тут укусила змея, и я не знаю, как поступить. Привет, Женя. Ну, судя по тому, что ты говорил дольше 15 секунд, делать то, что нужно было делать в первую очередь, уже поздно. При укусе любой ядовитой змеи в первую очередь, в первые 10-15 секунд, не позже, надо начать очень энергично высасывать яд из раны с помощью собственного рта. Да-да-да, очень быстро, очень энергично и не задумываясь о том, что «Ой, кажется, у меня во рту ранки и язвочки, а может быть даже дырка от свежевырванного зуба, или может быть у меня во рту живут какие-нибудь особенно патогенные микробы». Все это в данный момент не имеет никакого значения. Во-первых, крупные молекулы змеиного яда, белки и пептиды не могут проникнуть в ваш организм через слизистую, даже через очень сильно поврежденные, они для этого слишком велики. Ну и к тому же вакуумизация, которую вы образуете своей ротовой полостью, не только высасывает яд из раневого канала, но и не дает ему проникнуть через ваши повреждения. Так что не отвлекайте себя такими раздумьями. Времени у вас действительно очень мало. Вам нужно в течение 1-2 минут высосать максимальное количество яда из раны, пока ваш организм помогает вам это сделать. К чему, собственно, такая спешка? Первая реакция организма на попадание в него агрессивного змеиного яда – это спазм сосудов, это блокада, которой организм пытается удержать эту жидкость от распространения. Но через несколько десятков секунд фермент гиалуронидаза разрушит клеточные стенки, и яд пойдет вас потихонечку переваривать или действовать нейротоксически в зависимости от того, какая змея вас укусила, и что-нибудь высасывать из себя будет уже поздно, поэтому не пропустите это окно. Выплевывать его не надо, потому что змеиный яд – это белковые пептидные молекулы, и они совершенно запросто перевариваются вашим желудочным соком. Для него эта задача не сложнее, чем переваривание сырого куриного белка. Информация против... Внезапно. Я вот только что задумался, говорят, высасывать змеиный яд. А вот почему, допустим, когда тебя укусил паук, не высасывается паучиный яд, не высасывают? Потому что, во-первых, он остается, скорее всего, в поверхностных слоях ткани. И он же там распространился, и особо ничего не сделаешь. Во-вторых, там, скорее всего, природа его у него совершенно другая. Там другие молекулы, другие соединения. И, в-третьих, возможно, что то, что тебя укусил паук, именно вот в это окно, вот это время, ты не заметишь даже. И не поймешь. Возможно. Противоречиво. Я вроде доверяю Всемирной организации здравоохранения, но и хочется верить человеку, которого кусали много раз, и он высасывал и пил яд змеи. Почему информация везде разная? Всемирная организация здравоохранения придерживается по этому поводу ровно противоположной точки зрения и говорит, никаких отсасываний. Вот где вас укусили, там же ложитесь и любым принятым в этой стране способом добирайтесь немедленно до врача, а врач уже там все вам сделает правильно. Ну и, конечно же, все спасатели, медики, которые поддерживают рекомендации Всемирной организации здравоохранения, тоже говорят, никакую самодеятельность, ложитесь и едьте к врачу, как хотите. В чем же дело? Спасатели что-то скрывают или что? Дело в том, что когда ты Всемирная организация здравоохранения, каждый твой совет адресован ни много ни мало 7 миллиардам людей, среди которых очень много, ну, так скажем, не очень умных. И если в нем что-то может быть понято неправильно, оно обязательно будет понято неправильно. И обязательно какой-нибудь человек, которого укусит мамба, тайпан, кобра или торсиопелло, вспомнит, что ВОЗ в этом случае рекомендует отсасывать яд. Сделает это, может быть, через 3 минуты, когда наберется смелости. И после этого у него возникнет ложное чувство безопасности. Нормально, я позаботился о себе, я сделал то, что рекомендует ВОЗ в данном случае, все, со мной все окей, и он не поедет к врачу, и, возможно, это будет последнее решение, которое он принял в собственной жизни. Даже при укусе клеща, при любых там кровотечениях, да при многих вещах скипает просто совет обратиться к врачу, потому что любая первая помощь, именно которую может человек сам себе оказать или там другому человеку на улице, она заканчивается тем, что немедленно вызовите скорую помощь. Или даже вначале вызовите скорую помощь, а потом делайте то-то, то-то, то-то. Ну-да. Или положите человека и там вот в таком-то положении вызовите скорую помощь. И почему-то вот именно вот это вот вызовите скорую помощь, он так аннулируется как будто. Угу. Я смотрю на то, как ее снимает оператор, и хочу дать ему по рукам за то, что он, когда она говорит, псину снимает. И кусок головы ей срезал. Ну да. А ВОЗу потом отвечай.
Поэтому, поскольку в эти рекомендации невозможно встроить защиту от дурака, ВОЗ максимально осторожничает во всех своих советах. И, разумеется, самый универсальный совет — то же самое с реанимацией. Далеко не каждый человек сможет нормально продуть легкие, поэтому лучше сосредоточиться на сердечных сокращениях. Такой серьезной ситуации. Или попытается продуть легкие, не извлекая народное тело. Это дело рук. И в итоге запихает дальше. Да, оно по трахее пройдет, там закупорится. И будет уже ситуация еще больше усложняется. Это реально очень серьезная ситуация. Спасение укушенных — это дело рук, ну, ртов самих укушенных. Так что вам уж решать. Интересно, получается, это двойное разоблачение. Не договаривают все, а правда где-то посередине. Выходит, что если в первые 10-15 секунд успеть присосаться к укусу и долго высасывать яд, вряд ли вы сделаете хуже, ведь яд змеи токсичен только при вводе в ткань. Но если вы захотите просто взять и выпить яд змеи, и у вас во рту не будет открытых ран, то вам будет просто кисленько, что нам и показал герпетолог на примере гадюки. Пищеварительная жидкость просто разрушит змеиный яд. В некоторых странах это даже такой трюк. Правильно? Речь же о любой змее. Да, это первое, что нужно сделать при укусе любой змеи. Хотя, конечно, если вас кусает гадюка, ну, скажите спасибо, что это гадюка, а не мамба, кобра, тайпан, торсиопелло или еще кто-нибудь из по-настоящему смертельно ядовитых тропических змей. Однако же первое действие всегда одно и то же. В первые же секунды постараться удалить как можно больше яда из раневого канала. Это не избавит вас от страданий полностью, но это значительно облегчит ваше состояние. Ну, или если даже это немного облегчит ваше состояние, то, поверьте, в вашем состоянии даже это немного будет хорошей помощью. Ядовитые змеи — это очень-очень серьезно. Вот. Ну да. Так что очень надеемся, что все эти рекомендации вам не пригодятся никогда, но если что, вдруг, имейте их в виду. Спасибо за ответ, Жень. Это интересно, но совсем охренеть. Не согласитесь. Только вот если вы чуть-чуть опоздали, все, яд уже далеко ушел, и его будет все труднее вернуть. Скорее даже невозможно. Но что-то мне подсказывает, что не у всех есть возможность так быстро среагировать на такую внезапную ситуацию. Я бы просто орал как тварь, а потом попросил бы отрезать себе ногу. Это в моем стиле. В стиле многих, если не почти всех. Это, допустим, таких людей, как я, которые потом и становятся сами медиками, такой, а, чё-то вава, принеси мне бинтик, а человек стоит такой бледный с круглыми глазами. Я говорю, бинтик мне принеси, и перекись желательно. Ладно, пошла сама, вся комната, плюп, капля крови. Но у этого есть еще опасность, я такой человек, как я, может получить болевой шок. Что я и получила однажды, потому что все сама. А в фильмах там у людей уже рука становится размером с голову, и они все равно пытаются яд высосать, и это помогает. Разумеется, не поможет. Именно поэтому Всемирная организация здравоохранения рекомендует этого не делать. Просто потому, что вы, скорее всего, не успеете или сделаете это неправильно. И если, как в исследовании, высасывать после 3 минут, разумеется, результат будет никаким вообще. Также нужно учитывать тот факт, что если кто-то будет высасывать яд из вас, то своими бактериями может и вас заразить. Ну и про аллергию на яд не забывайте. Никогда не знаешь, на что у тебя будет аллергия, пока не попробуешь. Что я тебя в лопатку укусил, как ты себе йод, яд отсосешь? На змеях пробовать. Тогда вариант только скоро. Не попробуешь. И про аллергию на яд. Сосать себе лопатку. Давай я отсосу тебе лопатку. Ладно, еще вот тут некоторые могут дотянуться, но не до самого локтя. Не зря есть тебе такое выражение «локти кусать». Вот. А, блин. На спине, где ты же не отсосешь его никак. Отсоси мне спину, пожалуйста. Другому человеку сделать это... Какие странные у тебя предпочтения. Со другим людям делать это нельзя, видишь. На ягодицы. Не, ну это если ты человека не знаешь, если, допустим, я думаю, если вы муж и жена, то вполне можно. Вы и так бактериями обмениваетесь довольно эффективно. Ну... Рот в рот — это одно, а рана — это совсем другое все равно. Да. На яд не забывайте. Никогда не знаешь, на что у тебя будет аллергия, пока не попробуешь. Не советую, кстати, на змеях пробовать. Дичь какая-то, сдохнуть можно. Так что, раз уж мы говорим о играх и фильмах, то все, что вам там показывали, не имеет ничего общего с реальной жизнью. Они всегда делают это неправильно. Нет вероятности, что вы будете дальше рассекать джунгли или пустыни. Больница — это единственный разумный вариант.
хоть и звучит очень скучно. Просто представьте, как в середине фильма героев просто эвакуируют и титры. Большая проблема заключается в том, что даже если вы успеете все это сделать и дотянетесь до укуса, весь яд вы никогда не уберете, как бы ни старались. Так все равно будет местный некроз. Мира. Если повезет, то может облегчить страдания. Но единственное, что точно должен сделать человек на самом деле, снять кольца и браслеты с тех мест, которые могут опухнуть. Не паниковать, чтобы не разгонять кровь, и сделать все, чтобы как можно быстрее попасть в больницу, где вам дадут противоядие или поставят капельницу. Не у всех змей яд, как у гадюки, от которого ты, скорее всего, выживешь. Есть такие, которые, если цапнут, и ты за долю секунды высосешь 90% яда, это все равно убьет тебя. Плюс ко всему, яды у всех разные, и глубина укуса тоже. Насчет разрезания, прижигания укуса ни в коем случае. К укусу добавится только разрез или ожог, и это никак не поможет. Как и наложение жгута. Вы просто не даете распространиться яду, он фиксируется в одном месте и начинает это место переваривать. Это уже недалеко от ампутации конечности. Некроз. И не забывайте, что иногда укус змеи не выделяет яд. Так называемый сухой укус, так что не калечите себя попусту. Кстати, кажется, это он и был. Только в таком случае я могу продолжить свое путешествие. Ну, конечно, это резиновый змей. Отдельного внимания требует такая маркетинговая уловка. Конечно, сухой, он будет сухой. Сухой. Это был не сухой укус, это был резиновый укус. Резиновый укус. Под названием «Экстракторы яда». Это спасательный набор, который очень популярен в англоговорящих странах, потому что там и рекламируется. Тебя укусила змея, ты достаешь экстрактор и высасываешь яд. Проблема в том, что все исследования... Выглядит как приблуда из секс-шопа. Говорят нам, ты достаешь экстрактор... Чтоб сосочки втянуть. Да что там только не втягивают этими вакуумными экстракторами. Так-то да. И высасываешь яд. Проблема в том, что все исследования, связанные с экстрактором, говорят нам, что эта штука просто сосет. В обоих смыслах. Это не помогает, и более того, может даже навредить вам. По большей части потому, что у вас появляется ложное чувство безопасности. Хотя совершенно весь яд остался внутри вас, и вы уже готовы к перевариванию змеей. Очень популярная и очень опасная штука, которая уже не используется опытными выживальщиками. Вообще очень странно, что экстрактор не может вытянуть, когда рот ртом ты можешь как-то вытянуть. Потому что там большая площадь с меньшим всасыванием. А когда ты ртом это делаешь, там будет меньшая площадь, но с большим всасыванием. Ну, как сказать, там не вот, так, вот такой кружочек примерно. Ну, все равно понял. Он так не сделает, как ты сделаешь. Я думал, наоборот, у экстрактора вакуумная сила больше, он сильнее вытянет. Тут я вспомнила эти. А, со стаканом? Да. А я вспомню твой подбородок. Я идеальный высасыватель яда. Да. То есть ты понял, почему человек идеально высасывает яда? Ну, ты сам это доказал. Логично. Только что. Интересно, да? Правила выживания меняются, а вера в старые мифы такое ощущение, что остается внутри. Во рту в самом Окей, капилляры поняли, полопаются от втягивания. После укуса все равно нужно закончить с приключением. Но как быть с ядом пауков? Эти маленькие восьмилапые засранцы могут отправить на тот свет ни одного путешественника. Тут история достаточно однозначная. Не поможет? Ни хрена. Если вас укусил ядовитый паук, забудьте о народных средствах и советах в интернете. Сразу можно обращаться в больницу, и чем быстрее, тем лучше. Но есть индивидуальные меры предосторожности. Связанные с определенными пауками. Например, каракурт. Это очень опасный паук, и он ближе, чем мы думаем. Если вас точно, вот прям... точно укусил каракурт, то советуют прижигать место укуса вот таким образом. Большая температура разрушит яд, потому что он находится неглубоко по сравнению со змеей. Но делать это нужно очень и очень быстро. И, разумеется, нельзя сказать, что это панацея, мол, прожег и дальше побежал стрелять во врагов. Вы можете сделать это неправильно или поздно. Поэтому в любом случае нужно прервать ваш приключенческий боевик, принять, что вас победил маленький паучок и отправиться прямиком в больницу. Да, реальность скучна. Зато у вас не будет ложных надежд, которые появились после просмотра фильмов. Ссылки на подробные ролики об укусах пауков и змей я оставлю в описании. Это потрясающий канал. Я вам его уже советовал, но с удовольствием. Блин, он шандарахнулся таки. Как бы, в смысле, он в реальности шандарахнулся. Ну, скорее всего. Как там родители учили? А запрокинуть голову? Нет, нельзя. Наклонить вперед. Интересно, они отдавали себе отчет в том, что вся кровь теперь не освобождается, а наоборот стекает по носоглотке в горло и вызывает кровавый кашель и тошноту, что осложнит состояние.
прикол, конечно, но нужно наоборот. Усложнить диагностику сотрясения мозга. Нет. Не сморкаться. А, ты подумал, что он сейчас сморкаться будет? Да ну, было ощущение. Некоторые могут додуматься. Ну, да, такое. Чё? Индиана Джонс прямо. И шапка улетела. Блин, а вот тут он реально катился. Карьер, наверное, поехал ради этого. Я не очень понял, как я тут оказался. Знаешь, на кого похож? На этого, на главного героя фильма «Мумия». На Брэндона Фрейзера? Да-да-да. Вот именно и персонажа в «Мумии» его. Я понял. Локация как нельзя кстати. У фильмов есть одна интересная приколюха. Мифы в них кочуют из года в год, и мало кто удосуживается перепроверить его на правдивость, продолжая распространять фейки. Зыбучие пески. Зыбучие пески — именно тот случай. Но мало просто сказать, что они не работают. Все намного интереснее, ведь вряд ли вы знали, что у зыбучих песков есть разновидности. Ну, можно было догадаться, так сказать. Сначала поговорим о самом распространенном виде. В фильмах это все обычно происходит в джунглях или на болотах. Туда попадает человек, и как мы видим на этих кадрах, быстро спускается вместе с головой и пропадает полностью. А теперь немного научной точки зрения. По сути, зыбучие пески — это песок, смешанный с водой. И это действительно может быть на болотах, около рек и даже в самых необычных местах из-за подземных течений. Но чаще всего мы можем его встретить на обычных пляжах, где понятно, откуда взялась эта вода. Ну да. Только вот утонуть в зыбучих песках у вас вряд ли получится. Ведь они зачастую не глубокие. Но даже если бы они были глубокие, то ваше тело не смогло бы опуститься выше груди. Об этом говорят исследования. Ну и видеозаписи очевидцев, разумеется. Так что нет вероятности, что вас затянет, как в фильмах. Но! Всегда есть очень важное «но». Люди действительно умирают из-за зыбучих песков. Без помощи не выбраться. Но это не связано с погружением. Так как ваши ноги реально бетонируются, вылезти без подготовки очень проблематично. Поэтому вы становитесь легкой мишенью для диких животных, а на пляжах вас легко накроет волной. Ну именно да. Так люди и погибают. Так что это реально опасно, но работает совершенно не так, как нам показывали в фильмах. Кстати, чтобы выбраться самостоятельно, советуют не паниковать, трясти ногами и затем лечь на спину и пытаться выплыть. Это вполне реально. Полезненько. Я, в принципе, бывал почти, считай, в зыбучих песках, когда в глину ногу засовываешь, чуть тапочек там не оставил, когда этот прорывает трубы. Одноклассник в глине оставил это после дождя свой сапог. Как мы можем видеть на этом графике, в 60-х годах был пик популярности зыбучих песков. И не просто так. Ведь фильм, в котором они были показаны, взял целых 7 Оскаров, в том числе и за лучший фильм. Только вот там были показаны совсем другие зыбучие пески. Сухие зыбучие пески. И действительно, в фильмах они очень распространены в пустынях. Барт, что? Я ошибаюсь? Или мир... поднимается. Не знаю. Но что бы это ни было, мне это не нравится. Туда попадают люди, машины, целые караваны. Но и принцип действия у этих песков другой. Вместо воды там воздух или газ. Ученые провели эксперимент, где доказали, что некоторыми манипуляциями действительно можно из обычного резервуара с песком сделать похожую картину. Только человек туда провалится мгновенно, а не будет барахтаться. Значит, они все-таки существуют? Не факт. Представьте себе, что все, что вы видели в фильмах, это лишь экранизация старых фольклорных баек, которые уверяли, что такие зыбучие пески существуют. Но проблема в том, что никто и никогда их не встречал. Так что это может быть совершенно вымышленная история. Но кто знает, может быть, в будущем найдут. Не хотелось бы что-то утверждать на 100%. Ну вот чего вам действительно стоит опасаться, это... зыбучего зерна. Да, зерно в резервуарах засасывает очень сильно, и вот это уже убивает людей... в больших количествах. Как же я хочу пить. Не зря я гречку не люблю. Кажется, у меня начались галлюцинации. Скорее, я бы сказал, убивает людей, которые не соблюдают технику безопасности. Ну, конечно. Или это действительно оазис? Как же сочно выглядят, но я к нему не пойду. И вот почему. Оазисы — это красивейшие пресные водоемы с растительностью, окруженные пустыней. В общем, находятся там, где ты не ожидаешь их увидеть. Часто в фильмах и играх нам показывают, как герои видят вдалеке такой оазис или, допустим, машину. Они истощены, они добираются до места и понимают, что это был лишь мираж. И сейчас я вам объясню, почему это так не работает, а лишь голливудское преувеличение.
Миражи, а в нашем случае это называют нижними миражами, действительно существуют и появляются из-за того, что Солнце раскаляет поверхность до высоких температур. Это может быть песок и даже асфальт, поэтому этот оптический эффект может появиться даже на дороге. На этих снимках мы видим воду, в которой есть отражение. Только это не так. Происходит рефракция света в атмосфере, преломление светового луча из-за разной плотности воздуха. Вы просто видите кусок неба и думаете, что это вода. Это все происходит на горизонте, так что нельзя вплотную подойти к миражу, как это делают люди в фильмах. Все эти оазисы, машины и города — просто большое преувеличение для интереса зрителя. Да, многие... Ну да, там, по идее, ты... Мираж реальный, который ты увидишь, ты просто увидишь типа озеро, без деревьев, без зелени, без ничего. И вдалеке. Да. Многие могли все это знать, но тут дело в другом. В этой рубрике мы пытаемся рассказать о вещах, которые не имеют ничего общего с реальной жизнью, но все равно сидят в головах людей и даже практикуются, что часто приводит к плохим последствиям. С другой стороны, кто мы такие, чтобы вы нам доверяли? Проверить информацию можно по ссылкам в описании. Нерешенным остался только вопрос, а что делать с водой? Жажда-то... никуда не ушла? Подробнее об этом вы узнаете в следующем ролике, который выйдет очень скоро. Там я расскажу о еще более опасных мифах, связанных с выживанием. Да, получается, снимаем сразу два ролика на одну тему. Почему нельзя было уместить все в этот, спросите вы? Потому что мы провели собственное исследование, и нам еще не пришли результаты из лаборатории. Такие дела. Спасибо за просмотр. Захаживайте в наши инстаграмы и телеграм-канал, молодцы, куда я выложу парочку материалов, которые не вошли в ролик из-за правил Ютуба. Ну и ждите новые ролики. А я пошел дальше пытаться покорить дикую природу. Мы, в конце концов, в 10 километрах от города. Тут опасно. Что мне нравится Топа за его юмор и за то, что он без пруфов не работает, так сказать. Ну да. Так, в конце что-то должно быть, наверное. Да! Опять упал, бедняга. Еще и в пустыне. Такое ощущение, что там конопля дикая. Да нет. Да покатился красиво, как в кино. Шапочку свою потерял. Зачетно. Да, у Топы отличные материалы, качество подачи и качество картинки, блин, очень хорошо они делают с командой. Мне очень понравилось и было интересно, и главное, познавательно. Надеюсь, тебе тоже. Пиши свое мнение в комментариях, ссылка на оригинал в описании, там же расписание стримов и ссылки на соцсети. Жду на стримах, смотри другие видео, до скорой встречи. Пока.